Я в своей жизни проехал много городов и стран. И был и Мельбурн, и Дрезден, и Дели, и Фейерга, Берлине, и Швеция, и Болгария, Венгрия, Румыния, Финляндия. И разных людей встречал. А вот как Ларионова Александра Ивановича, администратор Фурсовского района, это впервые. Я удивлен, такой человек дальновидный, очень стремительный, очень работоспособный, любит детей, любит здоровье, чтобы у детей были. Поэтому он организовывает разные соревнования, строит и дает условия для того, чтобы они могли заниматься, развивались. Камера пора. Занимались. Я был удивлен его талантом, его желанием, его стремлением, его работоспособностью. За всю свою историю видел такого человека, такой администратор района. А ты? А ты? Пробовал утра или надо пора? Кинага. Вот. Угу.